Резким падением основных котировок начались сегодня торги на токийской фондовой бирже. За первые 15 минут операции основной для Японии индекс Никей, отражающий курс акций 225 ведущих компаний страны, потерял 1,3%. Несмотря на удачное для США завершение, как пишет газеты Саги о госдолге, азиатские рынки не показывают оптимизма. Причиной тому наблюдатели называют продолжающееся ослабление доллара и евро по отношению к иене и минусовые итоги последних сделок на фондовых площадках в Лондоне и Нью-Йорке. Инвесторы также ожидают реакции со стороны мировых рейтинговых агентств.